Речной вокзал, пожалуй, самая знаменитая заброшка в Бендерах. Когда-то оттуда ходили круизы до Черного моря. Но уже много лет здание разрушается. Оно принадлежит частнику. Город обратился в суд. Цель, чтобы здание привели в порядок. Накануне было первое заседание. Внимание! Хождение по этажам опасно для здоровья и жизни. Предупреждение на здании речного вокзала в Бендерах. Разбитые стекла, всюду надписи, внутри разруха. Вокруг сорняки и мусор. И такая картина в самом центре города. Объект был построен в 1977 году. После 92 года объект уже не эксплуатировался и не функционировал. В 2012 году он был приватизирован. С момента приватизации до сегодняшнего дня никакие работы не проводились. В 2016 году по результатам технической инвентаризации износ объекта составлял уже более 50%. На сегодняшний день наверняка этот процент больше. Вопрос пытаются решить в суде. Накануне прошло первое заседание. Результатом судебного заседания должно стать то, чтобы объект перестал быть бесхозяйственно содержимым, чтобы прилегающая территория была в надлежащем состоянии. Все-таки объект находится на реконструируемой части набережной. Ориентировочно следующее заседание будет в середине мая. Во время съемки мы заметили внутри нескольких рабочих. За кадром они сказали, будут приводить речной вокзал в порядок, но говорить на камеру отказались. Комментировать вы не можете, потому что... Мне не сказали, что я могу комментировать, поэтому я не имею права. У меня потом будут говорить, зачем вы не знаете и говорите. Не видно, что люди работают. Ну, видно. Что... Надо подтверждение какое-то. То есть задача, получается... Реставрация. А вот еще заброшка в Бендерах, Лепканы. Посреди домов давний недострой. По плану здесь должен был быть детский сад на 190 мест. В 92-м стройку остановили. А также, получается, вся архивная документация по данному объекту, она не сохранилась. И вот госадминистрация на протяжении года восстанавливала все возможные технические документы по данному объекту, ввиду чего мы зарегистрировали право муниципальной собственности, и этот объект недвижимости готовится к приватизации. В ближайшие 2 месяца хотят провести аукцион. Желающие приобрести недострой уже есть.